Здравствуйте, друзья! Вот это дерево, которое посадили на Максима Горького в декабре. Я показываю, как эти деревья прижились. Я напомню, что в 2019 году здесь сносили деревья. Вот эти вот маленькие, это то, что было посажено в 2014 году в виде палок. Они как-то выросли, но многие не выросли. А это дерево сразу посадили большое в декабре. Я показывал, что в ноябре 2020 года посадили какие-то деревья, а потом через месяц в декабре пришли и посадили деревья заново. Я показываю, что вот это дерево тоже посажено заново. А вот это третье дерево заново не сажали. Потому что веток у него достаточно, то есть нормативу соответствует. Но посмотрите, как мало листочков. Только наверху есть листочки, а в середине и вот с этой стороны листочков совсем нет. Деревце, ну так себе оказалось. Вот. Это четвертое дерево возле Следственного комитета. Оно хорошо прижилось. И это пятое дерево. Его тоже пересадили, и оно тоже хорошо прижилось. Посмотрите, что бывает, если деревья высаживать в декабре в Ростове-на-Дону. Ну, кстати, я хочу показать, что напротив вот эти деревья, их высаживали, как и положено, в октябре 2020 года. И они тоже нормально прижились. Вообще идея высаживать большие деревья не нова. Это надо было делать всегда, это было в нормативах. Вот наши общественники много лет добивались того, чтобы по городу высаживали крупномерные деревья, а не вот эти вот палочки, которые засыхают.